В Чувашии продолжается акция «Здравствуйте, я ваш участковый». Знакомиться с жителями своих участков городские и сельские Анискины будут до 16 ноября. За это время стражи порядка еще раз обойдут дома и квартиры, оставят визитные карточки с адресами и телефонами, выслушают просьбы и жалобы людей, не забудут полицейские напомнить о распространенных преступлениях, расскажут, как обезопасить себя от краж и мошенничеств. Как всегда, особое внимание уделят пожилым людям. В Чувашии на должности участковых уполномоченных полиции трудится более 300 сотрудников. Узнать, кто из полицейских обслуживает ваш участок, можно на сайте МВД Республики. Кстати, сегодня стартовал финальный этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». На портале информационного партнера конкурса издательского дома «Комсомольская правда» посетители выбирают лучшего участкового страны. Итоги подведут 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел. Поддержим вместе нашего земляка, майора полиции Леонида Сазонова на финальном этапе конкурса, еще раз доказав, что представитель Чувашии достоин почетного звания «Народный участковый 2018».